Всем приветики. Я хотел бы вам показать, что из себя представляют такие вот грамоты. Потому что некоторым их дают, и они их хранят прямо всю жизнь, думая, что это что-то очень крутое. Но на самом деле нет. Это просто как большая открытка. Потому что вот это как бы принадлежало моей бабушке. У моей бабушки были медали и такие вот грамоты. И в итоге, когда ее не стало, мы решили это все занести в музей. Но в музее приняли только медали, а на эти грамоты сказали, нет, заберите, это просто открытки. И это на самом деле так, хотя и моя мама, и бабушка хранили их, думая, что это что-то крутое. Вот это мамина, это бабушкина. Хотя нет, мамина вот это. Я ее порезал. И на самом деле, как это все выглядит? Это просто как такая большая открытка. Ну, снаружи так все красиво. Но если ее разрезать, то внутри просто листы. Вот что это? То есть просто берется картонка. На нее наклеивается с этой стороны бумага. И такая вот красная, как такая, не знаю, как это даже назвать. Какой-то такой плотный материал. Короче, берется картонка, с этой стороны обклеивается бумагой и красным материалом, наполняется с этой стороны листами и тоже заклеивается таким вот красным материалом. Все. И вы думаете, что это крутое, но это, по сути, просто мусор. Ну, макулатура. Вот она вся картонка. То есть оно никакой ценности не имеет. Это просто как бы кусок бумаги с поздравлением. Типа, вот вы там такой молодец, да, вы там такой-сякой. Но, по сути, это просто, типа, как спасибо. Поэтому, когда моя мама это поняла, она мне отдала, сказала, на, неси макулатуру. Ну, а я решил, что я это порежу и покажу вам. Для наглядности могу вот прямо эту порезать. Вот мы вскрываем и видим, что там такой материал, не знаю, что это. Ну, такой, как резина такая. Ну, не как резина, но что-то похожее. Вот, а под ним уже... Ну, это просто... Если тут хотя бы красивое было, где она? Вот здесь розовая. То здесь... Просто листы из каких-то папок. То есть они даже сюда, те, кто еще более-менее уважает своих работников, они им хотя бы просто чистые листы ложат. А те, кто не уважает, просто то, что было вот на предприятии, макулатура, они ее прямо сюда запихивают. Ну что это? Период, расход. Короче, собирает бумаги, которые прямо там на предприятии, и прямо сюда закидывают. Это какая-то папка с расходными операциями была. Но она вот плохо распечаталась, видимо. Вот буквы двоятся. И это отдали как бы в утилизацию. А из этой утилизации сделали людям поздравительные открытки. Так что это просто реально хлам. Вы, по сути, вы можете вот открыть, почитать, что вам, как вас поздравили, сказать спасибо и выкинуть, ну, в макулатуру. Ну, или пускай порадоваться какое-то время, но когда надоест, ну, вы можете, теперь знаете, что оно никакой ценности вообще не несет. Это просто куча бумаги, обмотанная красивой оберткой. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедова.